Здравствуйте, друзья мои! С вами канал «Просто училка» и я, Елена Владимировна. Сегодня я помогаю моим участникам программ на сайте «Просто училка». Вот видите, внизу под видео оставлю адрес, где я провожу и бесплатную программу, и платную программу. Приходите, будем совершенствовать навыки письма, чтения и счета. У некоторых родителей возникли проблемы с вот таким номером. Это тема из 3 и 4 класса «Классы и разряды чисел». Классы и разряды чисел. Вы можете не помнить, как вам кажется, эту тему. А на самом деле вы все ее хорошо знаете. Просто будем сегодня ее проходить не через какие-то единицы, десятки и сотни, а через вот такие, дорогие мои родители, единицы. 1 рубль. Через вот такие десятки. И через вот такие, товарищи, сотни. И для взрослых все станет сейчас идеально понятно. Давайте быстренько пробежимся. 9 сотен. Угу. 6 десятков. 6 вот таких. И 1 единица. Что у нас? Сколько у нас? У нас с вами 961 рубль. Нечего делать. 7 сотен и 24 единицы. 7 вот таких бумажек. И 24 вот таких вот рубля. Следовательно, у нас с вами 724 рубля. Согласитесь, так гораздо проще, да? 6 сотен и 3 десятка. 6 вот таких и 3 вот таких. Сразу же автоматически 630. Все понимают. 8 сотен, 5 единиц. 8 бумажек и 5 рублей. Пишется 805. Дальше сами. Вот давайте вот это попробуем. 4 сотни и 39 единиц. 4 сотни и 39 вот таких вот рублей. Что имеем? Неплохо имеем. Имеем 439 рублей. Замечательно. 54 десятка. Посмотрите, 54 десятка. У вас на столе 54 десятинчика. По 10 рублей монетка. Сколько у вас будет? У вас будет неплохо. Опять неплохо. 540 рублей. 38 единиц. 38 рублей. Я уверена, что все теперь прекрасно все поняли. Последний пример сделаем. 99 десятков, то есть 99 вот таких монет. Да вы почти Рокфеллеры, друзья мои. У вас 990 рублей. Все, обязательно приходите на сайт «Просто училка». Так вы помогаете мне дальше продолжать помогать вам, друзья. И добро пожаловать на сайт «Просто училка».